руководившие операциями по взятию Ростова-на-Дону, главнокомандующий юго-западного направления, маршал Советского Союза товарищ Тимошенко, член военного совета Никита Сергеевич Хрущев, командующий Южным фронтом генерал-полковник Черевиченко. Громя и преследуя хваленые дивизии генерала Клейста, части Красной Армии продвигались к Ростову. Бросая вооружение, оставляя населенные пункты, под натиском наших бойцов, разбитые немецкие войска непобедимого генерала отступали на запад. Красное знамя Советов снова развивается над Донской столицей.